Всем привет! Вы на канале Богатырь Боксинг Тим. Вы уже смотрите пятую серию моего блога. Буквально полгода назад я подумать не мог, что буду такое говорить на камеру. В прошлом видео мы разыгрывали майку среди самых креативных комментариев. Комментариев, конечно, немного, но все равно спасибо, приятно. И вот наша победительница, Лаура. Красный нос. Красный нос. Напомнился. Ты где пропадал? Ты чего, не сжимаешь кулак, когда бьешь? Я же сколько раз говорил. Сжимай сильно в конце удара, да? Давай, пошли пешочком. Пошли. Чего? Если услышишь, что телефон звенит какой-нибудь, то понял, подскажи. Да? Да, это неделя. Хорошо. Я его спрячу. You will hate me tomorrow, yeah? Oh, yes, fuck off. What's your team name? My team name? Yeah. The Masters. Masters, okay. Раз, два, три! Давай, Кирюха, вырывай, вырывай, быстрее, быстрее, быстрее! Три, четыре, боковые, прямые. Ой, блядь. А последний. Ногой. Хорошо. И с другой руки. Ножку, ножку заворачиваем. Вот. Под удар. Разбираемся по парам. Миша, ты с Юрой? Кирилл, с Антоном, ты, Саня, все, по весу более-менее, а то там раскидали, как эти. Вот. Во-во, за локоточек туда. Что-то Макс близко очень подходит. Чуть... О, на ручке, на дистанции руки. Оттуда, тан-тан-тан. Хочется пробить. Вот. Один и сразу же другой, и сразу же Илья, ты. Ну, один сразу же другой, меняемся сразу же. А, сразу же? Ну, конечно, ну, блядь, слушайте, ну. Смотри, очень высоко, или я бьешь? Вот сюда тебе надо. Вот сюда. Он локти вообще вот здесь держит. А тебе нужно вот сюда попасть. А ты бьешь сюда плечо куда-то. Печенку, конечно. Конечно. Вот здесь твоя печенка. Вот. Хорошо, хорошо. Туда третий жестко. Да-да-да. Под ручку с уклоном плечико подставили снизу и закрыли боковые. Оп, да. И так работает. Оп, там. Да, локоточек выше. Выше, когда боковой бьешь. Оп. Да. Подсаживаемся сюда в корпус. Раз в корпус, два в корпус, три в корпус. Потом подсели, то же самое, подсели, но пробили боковой. Да? Раз в корпус, два в корпус, бам, боковой. Да? Бам, готовим. Второй не знает, когда ударите боковой, но подсаживаемся, да, показываем, что мы, чтобы у него ручки автоматически уже начали опускаться по корпусу. По корпусу. Потели, встали с боковым. Молодцы, пацаны и девчонки растут на глазах. Оп, первый нокдаун. Работаем, работаем. Молодцы, молодцы. Кома, кома. Найс. Хардер. Еще один день тренировочный закончили. Все молодцы. А кто еще в раздумьях на тренировку прийти? Давайте, долго не думайте. Чем дольше будете думать, чем дальше вы отодвигаете этот день. Так что все, всем пока, спасибо. Японцы достали этот корабль и поставили в музей, блядь, в память, блядь, и в честь на русских моряков. Урок истории после тренировки. Да. Я теперь знаю, кто такой Валяк. Варяг. Варяг? Варяг. Варяг. Это корабль, который сражался с китайцами и с японцами. Но он выиграл, да? Победил. Нет, они затопили. Русские сами присоединяются. Или он пошел на дно. Ты знаешь, что такое варяг? Да, варяги. Варяг. Варяг. Ну не варяги. Не варяг. Варяг,
знаю, кто это варяг.